Всем привет, с вами Дизики. Это новая серия из рубрики «Худшие карты в Майнкрафте». Соответственно, прошлое было Икарус, Бус. Кто не верит, что там меня винили в том, что там вещи появляются, потому что были вещи изначально. А кто не верит, то скачайте карту, у вас они, скорее всего, тоже появятся, потому что это такая кривая карта, я ее не запускал ни на сервере, соответственно, вот так вот, собственно. Ее делал какой-то криворукий, безрукий малолетний товарищ, собственно. И сейчас Birthday Gift. Соответственно, день рождения, подарок. Вот, собственно, смотрите, я появился, у меня булыжник, как бы уже сам, он видимо, тут был, делал ТНТ-пушку какую-то, что-то еще. Собственно, описание было: вы отпразднуете день рождения какого-то чувака на этой карте. Я так понимаю, это и есть какой-то чувак, непонятно кто. Я так понимаю, в русском YouTube его все-таки нету, в голове у него, наверняка, что-то тоже ничего интересного нету. Вот, тут только летучие мыши и все какая-то штука. Собственно, вот и все. Вот и все, вся карта. Серьезно, тут больше ничего нету. Это не трэш-карта. Трэш-карта, собственно, ее можно как-то пройти там. Кое-как там, еле-еле кряхтя и так далее, можно пройти. А эту карту нельзя пройти. И как вы видите, это я не делал, между прочим. Кстати, ТНТ-пушка, знаете что? А я даже, пожалуй, помогу этому товарищу, да. Помогу. Поскольку я знаю, как делается ТНТ-пушка, так что... Надеюсь, ее крафт не изменили. Тогда бы это было печально. Но я ее сделаю. Да, пожалуйста. Так, ее нужно... Сюда один блок еще нужно поставить. Так, сюда. Протягиваем сюда. Так, сюда. 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 Так. И раз. Погодите, раз. Нет, не в ту сторону пойдет. Так. Ставим побольше. По сути, все. ТНТ-пушка готова. Это погодите. Сейчас. В итоге, она оказывается не так крафтится. Я думал, что пойдет сигнал на блок, так что... Вот так, сейчас нам нужно пойти. Чё-то не сработало, ну да ладно. Не, я не знаю, почему задержка какая-то слишком маленькая была, но, собственно... Ладно, все везде. ТНТ, знаете, на самом деле ТНТ решает. ТНТ лечит эти карты, и если вы нашли такую карту, то, не знаю, попробуйте объяснить автору то, что не нужно делать такие карты, они отвратительные и бесполезные. Я даже не знаю, вот, и серьезно, все описания, вернее, ссылка на карту под видео. И я не знаю, как тут день рождения его отпраздновать, наверное... Наверное, просто взорвать все. Это будет очень даже гуманно и... Просто взрывайся, чертям. Бесполезная карта и бесполезная... Взрывайся все нафиг. Вот как прекрасно. Как прекрасно. Не знаю, как вам, не весело. Я отлично отпраздновал день рождения. Не мой, но... Ну ладно. Это уже неплохо. Ну и дозрываем, конечно же, эту штуку, потому что она никому не нужна. Соответственно, отвратительная карта. Собственно, на этом всем спасибо, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, ставьте пальцы. С вами был Дизик. Играйте в нормальные карты, создавайте нормальные карты, а не эту... Серьезно, поебень какая-то. Вот что это такое? Вот кто мне объяснит, тот... Объясните, в чем я не прав, если вы прочитаете. Собственно, на этом всем спасибо и до скорой встречи. Всем пока.